Парни, ну это самый дальний выезд, да? Да, пока что самый дальний выезд нашей карьеры выездной. Расскажите, как решились на него, как вообще это получилось? Как, не знаю, посмотрели календарь, ну и почему бы не поехать? Команду нужно поддерживать везде, и в Тамбове, и во Владивостоке, и в Тюмени. Ну, до Владивостока мы, конечно, не добрались, ну а до Тюмени-то поближе, 2500 километров. Ну и сговорились с руководством клуба, попросили помощи, они, собственно, нам помогли, и вот мы здесь. Как игра вам сегодняшняя? Достаточно удачно, я скажу, на момент удаления в конце первого тайма, конечно, нас немного огорчило, но в целом на ничью выровняли. Молодцы парни. Да, удаление сыграло свою роль, поэтому как-то игра уже во втором тайме пошла не та. Если... Ну, как отсюда показалось, было удаление, нет? Мне кажется, нет. Ну, отсюда не очень видно, конечно, но я думаю, нет. Ну, можно было бы дать желтую, конечно. Все-таки под конец игровой первого тайма, был. Я думаю, игровой момент, и неумышленно это было. В будущем еще планируете такие поездки? Конечно, планируем. Не всю Россию посмотрели, календарь еще длинный, так что, думаю, покатаемся. Как, понравился здесь стадион? Вроде новенький такой. Да, стадион, кстати, неплохой, но зима, вот снег, сугробы, непривычно стадион видеть. У нас такого нет.